Далее вас ждет наша традиционная рубрика «Народные новости». Что нового произошло у горожан, узнала наша съемочная группа. Что в основном интересного произошло в последнее время? Я поступил в ВУЗ. Какой? СГИУА. Кого будете учиться? Правоохранительная деятельность. Я буду ментом. Сдали экзамены, в 9 класс перешли. Теперь гуляем, отдыхаем. У меня дочка родилась. Мы с Питера. Вы не местные? Нет. Мы с Питера, поэтому мы были в Волгограде, вот теперь по Саратову уходим. Мы вот в Россию приехали отдыхать, из Казахстана мы приехали. К родственникам на юбилей. Сейчас вот ходим, отдыхаем. Я купил недавно собаку, переехал из Брянска. Вот, у меня есть красный мотоцикл. Мои студенты блестяще кончили. Великолепно сдали госэкзамены. Это прекрасно. Все 5 штук, все 5 получили. Очки заказали. Какие? Полароид. И солнцезащитные. Это жители из Якутии. Приветствует вас в Саратове.